еще пару дней такой жары, и я засохну. Всем привет! Добро пожаловать на канал. Меня зовут Аня. Если вы еще не знали, сегодня я опять со своим стаканом воды, потому что на улице дикая жара. У меня нет вентилятора, кондиционера, ничего, я в отчаянии, поэтому пью воду литрами, ибо... Она, кстати, была со льдом, чтобы вы понимали. Просто все растаяло. Подошел к концу первый месяц лета, пролетел он абсолютно незаметно, быстро, я даже не успела его прочувствовать. Половину месяца я просто просидела дома, потому что слишком жарко, реально не хочется выходить, не хочется ничего. Просто сидеть дома, где кое-как еще как-то прохладно. Я готова просто часами вам сейчас рассказывать о том, как меня бесит эта жара. В этом году я поняла, что все-таки мой любимый сезон весна, потому что такая жара. Да. No. Сегодня я вот такая вот немножечко надела сережки с выпускного. Ну, захотелось, знаете, вот нарисовать розовые стрелки. Хоть куда-то, потому что если я выхожу на улицу, мне очень... Это бессмысленно краситься на улицу, все течет, все вот мокрое, короче. Поэтому вот, немножечко украсяемся. О чем я говорила? Подошел к концу первый месяц лета, пора подвести итоги. Поэтому сегодня вам расскажу о том, как много книг я прочитала в этом месяце. Но, будем честны, как я люблю эту фразу. Для меня это достаточно хороший результат, потому что в последние месяцы у меня редко получалось читать много книг, в большинстве своем из-за нежелания этого делать. Плюс, если честно, я сейчас больше повернута на манхвах, мангах, дорамах. Просто я за последние несколько недель посмотрела столько шикарных дорам, и вот сейчас начала еще две. Это просто... Я не знаю, я в таком восторге. Я поняла, что мне очень нравятся китайские дорамы. Я посмотрела только две, но они были настолько прекрасны, что я готова смотреть уже все, что мне предложат. Сейчас я смотрю... На самом деле у меня сериалы, дорамы, манхвы, книги. Всегда одна и та же проблема. Я начинаю кучу всего одновременно, и иногда не все довожу до конца. Очень часто, я бы даже сказала. Поэтому и сейчас у меня начато больше 10 дорам. Но когда-то я их досмотрю. Вот сегодня начала еще одну новую про адвоката, девушку-аутиста. Это нечто очень интересное. Правда, местами ты такое немножечко испытываешь испанский стыд, наверное. Но при этом все равно тебе, ну, оно там, наверное, вписывается, я бы сказала, потому что это не то, что прям стыд, а ты такой, тебе немножко неловко, но при этом ты не осуждаешь поведение героя, потому что ты понимаешь, что он такой. И там очень красивый спецэффект. Просто девушка помешана на китах, и только в первой серии нарисованы эти киты, я просто в таком восторге. Давайте вместе посчитаем, сколько раз за это видео я скажу слово «просто». Ладно, вернемся к нашей основной теме, потому что про дорамы я могу с вами разговаривать долго, как и про манхвы, моя отдельная любовь, эти исекай. Все, ладно, забыли. В этом месяце я прочитала 4 книжки, все они достаточно интересные, и я бы сказала, что они абсолютно отличаются друг от друга, и не могу сказать, что хоть одна из них, кроме эффекта Бали, кстати... Помню с прошлого видео, что она была у меня в списке на лето. Первый пунктик выполнен. Я бы не сказала, что эти книги подходят для летнего периода, но в целом, зачем разделять книги на сезоны? Еще одна вещь, которая бесит меня этим летом, это из-за того, что жарко, у меня постоянно открыт балкон, и ко мне в комнату залетают какие-то мухи. Я дико боюсь насекомых, поэтому, когда ко мне вот эта вся живность летит, я в страхе убегаю из комнаты и думаю, все, я туда больше не вернусь. Но приходится возвращаться, потому что тут меня ждут мои мальчики на плакатах. Вы видите только один, там еще два. Может быть, когда-нибудь я их покажу. Но в целом, да. Итак, перейдем наконец-то к книгам. Начнем мы, пожалуй, с первой прочитанной в этом месяце книги. Это... К
книжка, которую я очень давно хотела прочитать, видела просто десятки положительных отзывов, но меня постоянно смущал и объем, и стоимость. Но знаете, вот я сейчас смотрю на цены книги в этом новом для нас мире и думаю, блин, тогда это было вообще недорого, и я в таком разочаровании, потому что до этого был период, когда я такая, блин, я покупаю слишком много книг, надо немножко успокоиться. И сейчас ты на цены думаю, лучше бы ты покупала книги тогда по тем ценам, по тем шикарным ценам, но, к сожалению, как есть. Но я не перестаю покупать книги, так что ждите скоро видео о покупках. Правда, я не знаю, на какой стадии лучше снять это видео, в том плане, сколько книг должно быть. Потому что я еще такая, типа, можно еще докупить специально для видео. Короче, как вы понимаете, когда-нибудь я по-любому обанкрочусь, потому что куплю слишком много книг. Я сегодня прям мастер отходить от темы. Перейдем наконец-то к книге. Это «Не ночь» Джея Кристофа. Сразу покажу вам количество закладочек. По-моему, достаточно. Это первая часть в трилогии. И я не могу сказать, что я строила какие-то надежды по поводу этой книги. Я вообще как-то не думала, когда за нее садилась читать. Но реально, меня немножечко пугал этот размер. То есть, вот, обычная книжка, да, ну, то есть, размеры, как эти... «Королевство шипов роз». Да, у меня просто есть эта книжка, до сих пор не могу прочитать, не знаю, как-то мне не заходит. И здесь много страниц, но при этом я вам хочу сказать, что для меня эта книга реально пролетела. Но на самом деле, как пролетела? Я ее читала не то, что прям дико долго, но нормально так. Но при этом я не могу сказать, что мне надоедало ее читать. Нет, мне очень понравилась эта книга. Она мне напомнила очень крутой сериал «Класс убийц». Классный очень сериал. И сколько раз я еще скажу слова «очень». Жалко, что его не продлили на второй сезон, потому что сериал действительно достойный, мне понравилось. Там еще я кому бы ее не советовала этот сериал, тоже все заценили. Но там, конечно, есть один момент где-то в середине, когда случается серия, где у главного героя трип, и вот через эту серию нужно просто перейти, потому что она тяжелая, а ты ничего не понимаешь. Кстати, в одной из книжек, которую вам дальше покажу, тоже для меня был такой момент. Но при этом сериал, ну, когда ты переходишь через эту серию, тебе снова становится интересно, и после концовки ты такой, типа, воу, что только что произошло, а потом ты узнаешь, что второго сезона нет, и идешь плакать в подушку, потому что увидели главного героя, господи, он такой классный, и вообще сюжет там классный, короче, все, я расстроена. Это книга о девушке-ассасине, точнее о том, как она, конкретно в первой части, как она им становилась, как она попала в школу ассасинов, о ее судьбе, достаточно тяжелой. Мне очень понравился слог автора, но больше всего мне понравились сноски, потому что как бы рассказ идет от лица рассказчика. Рассказ идет от лица рассказчика. Да, и его комментарии, какие-то пометки, шуточки. Это офигенно. Мне прям зашло дико. Я ставила даже закладки на этих сносках, потому что, во-первых, иногда были какие-то интересные вещи, но в основном я чисто с них угорала, поэтому у меня куча оранжевых закладок внизу есть. Эта книга, она полна жестоких каких-то моментов, сцен, но при этом я не могу сказать, что их too much. Я бы сказала, что для выбранной тематики их вполне достаточно, больше, наверное, не надо. Возможно, кое-где я бы пожестила чуть-чуточку больше, но в целом меня все устроило. Единственный момент, который меня прям бесил, это то, что здесь были намеки на любовную линию. Мне это казалось настолько неуместным, настолько портящим героиню, и меня прям бесило это. А потом, после определенных встреч, я такая, слава богу, господи. Вот, поэтому я не знаю, просто чтобы вы понимали, я человек, который всегда во всем ищет романтику, какие-то намеки, всегда все романтизирую, но почему-то именно в книгах, которые я прочитала за июнь, это было вообще не про меня. Наоборот, в двух книгах прочитанных я такая, типа,
Зачем вы сделали эту любовную линию? Я не хочу ее здесь видеть. Уберите. Я не знаю, почему так. Возможно, действительно, мне казалось, что эти любовные линии неуместны. Возможно, я просто переслушала песню Tomorrow by Together, Anti-Romantic. Кто меня знает? И такое может быть. Кстати, я знаю, что я поставлю на заставку. Подводя итог, хочу сказать, что книга достойная. Я хочу купить себе и вторую, и третью часть. И в целом я довольна своим знакомством с Джейм Кристофом. Опять же, я надеюсь, что я правильно произношу все эти имена и фамилии, потому что это отдельная тематика моей боли. Да. Мне не терпится узнать, что там будет дальше. Ну, конечно, когда ты читаешь первую... Просто посмотрите на это оформление, красота. Когда ты читаешь... Ну, я не знаю, это не пролог, это вступление, наверное, тут вот на один листик. И ты чисто его читаешь, что-то... Я не знаю, насколько это спойлер, учитывая, что это на первой странице. Но тут говорится о том, что главная героиня уже мертва. И я такая... А! Спасибо! Приятного чтения! В общем, я скажу вам уже свое окончательное мнение об этой серии. Стоит ли ее читать, когда прочитаю абсолютно все три книги. Но пока что я довольна. Я надеюсь, что хуже не станет. Кстати, такие классные арты по этой книге. Просто я вообще ставлю несколько. Господи, на Пинтерест залезла, обомлела. Еще очень хочу купить себе книжку его новую. «Империя вампиров», по-моему, называется. Тоже тот еще кирпичик. Я его видела, трогала, щупала. Я знаю, что там такие иллюстрации красивые. Я прям... Есть иллюстрации в книге, все. Я потеряна, не найдена. Но, опять же, цены на книги заставляют меня впадать в депрессию. Следующая моя прочитанная книга. Это у нас «Я спасу тебя от бури Чарльз Мартин». Да, я не помню ни названий, ни авторов, но так не со всеми, честно. Эту книгу, про нее я вам уже рассказывала в покупках. Черт, я, короче, носила книжки в шоперах, у меня срезы испачкались. Мне так обидно с этого. Надо покупать чехол для книг, получается. Получается так. Читала я ее в рамках книжного клуба. Я в целом, по-моему, уже говорила о том, что она мне не то чтобы прям зашла, но достаточно понравилась. Это как раз вторая книга, где мне показалось, что любовная линия неуместна, но под конец это как-то... Ну, нормально, да. Я не разочаровалась в целом. Хотя вот... Я вам уже говорила, что главный герой здесь просто до нереалистичности хороший мужик. Но под конец его поступок один меня вывел настолько, думаю, нафига ты это сделал? Вот ради чего? Зачем? Почему? Ты вообще чем думал? Потом он, конечно, реабилитировался, но, знаете, это вообще не его заслуга, если честно. Потому что там просто боевая женщина была, вот и все. Но в целом... Как бы он оплошал, я считаю, очень сильно. Зачем, почему, его поступок мне непонятен. В книге, кстати, есть тоже много в начале особенно таких моментиков, скользких, немножко мерзких, которые мне было тяжело читать. Но на самом деле, если первый там, страниц 150, наверное, может чуть больше, мне реально было тяжело читать эту книгу из-за вот этих моментиков. Прям период у меня был такой, что мне не хотелось такого читать. То потом это как-то все перешло в большую динамику сюжета, интересно, какие-то заварушки и так далее, интриги, расследования, поэтому в целом понравилось мне. Ну и опять же, я уже говорила о том, что эпилог для меня тут реально спас эту книгу, потому что я расчувствовалась, думаю, такая, моя зайка. Книжки я поставила 4 из 5, потому что, ну вот как-то не зацепило, не знаю, вот что-то не то. Буду ли я еще читать книги этого автора? Не знаю, честно, смотря какие обстоятельства мне подкинет жизнь. Возможно, если опять же мы захотим в рамках книжного клуба почитать еще этого автора, естественно, я соглашусь. Но в общем и целом, пока что сама я желанием не горю, потому что не могу сказать, что меня зацепил слог, меня зацепил стиль автора. Как-то нет. Как-то, видимо, не сложилось у нас, но, в конце концов, не каждый кусочек пазла подходит друг к другу. Она была таким философом.
Итак, следующая книга, прочитанная в этом месяце, это для меня настоящее открытие. Я не ожидала, что мне понравится настолько. Небольшая предыстория. Эту книжку я купила в ноябре, 11-11, да, ноябрь, на скидках. У меня не было в планах, если честно, знакомиться с этим автором. Я знала, что на нее очень хорошие отзывы, но как-то почему-то меня к ней не тянуло. Но из-за того, что в ноябре были какие-то очень фиговые скидки на книги, которыми я так готовилась, в итоге я купила себе книжку этого автора, потому что она была по очень хорошей цене. И долго я не планировала ее читать. Однако как-то убираюсь на полках, у меня рука сама потянулась, я как схватила книжку, так и прочитала залпом. Это у нас Эми Харман «О чем знает ветер». У меня в мягкой обложке, знаю, что есть еще в твердой, но мне вот эта вот девушка на обложке понравилась больше. Поэтому, да. Сразу количество... Кстати, я забыла. Количество закладочек. Да, тут есть торчащие, потому что вообще их нужно поменять. Ну, вряд ли я это уже сделаю. Да, для меня важен цвет закладочек, но не во всех книгах. Не во всех. Увы. Вы можете, да, заметить под конец, что синих закладочек много, а это значит, что в конце меня ждало стекло. Но обо всем по порядку. Это у нас... исторический роман, я бы сказала, да, с нотками фэнтези. Книга о девушке, у которой есть корни в Ирландии, но при этом она живет в Америке с дедушкой, который запрещает ей ехать в Ирландию и не соглашается даже поехать туда вместе с ней. Она его почему-то слушается. Кстати, главная героиня писательница, я так понимаю, немножко прототип именно автора, в том плане, что я уже почитала аннотации и других ее книг и поняла, что она именно занимает вот ниши таких исторических романов. Как раз-таки главная героиня тоже путешествует по миру и пишет романы о разных эпохах, разных странах, разных культурах. И вот, получается, дедушка был для нее самым близким, главным человеком в жизни. В какой-то момент он умирает и просит отвезти его прах, ну, естественно, до смерти, просит отвезти его прах на его родину в Ирландии и развеять над рекой, в городке, где он рос. Девушка отправляется, и там с ней случается неожиданное обстоятельство. Вот тут как раз-таки играет наша нотка фэнтези. Плывя по реке, она неожиданно перемещается во времени. Как раз в тот период, когда в Ирландии начиналась вот эта вот война за независимость. Причем она... оказывается, ввязано вот в эти все основные события, ключевые элиты там постоянно появляются, и мне настолько это понравилось, именно вот это вот описание революции, описание каких-то подпольных действий, описание вот взаимодействия сейчас главной фигурой, мне кажется, того времени, Майклом Коллинзом, как автор мастерски вписала своих героев в события тех времен. Я осталась под таким огромным впечатлением, я просто сидела и такая, типа, вау. Тут еще и такая приятная, ненавязчивая, постепенная любовная линия, такая нежная, робкая, я бы даже сказала, не знаю, ну прям очень приятные персонажи. При этом книжка заставила и меня и поволноваться, и посмеяться, и поумиляться, и поплакать, черт возьми, потому что под конец там начинается. И знаете, момент, как бы ты понимаешь, что это исторический роман, и как бы события, которые произошли в реальности, ну, автор уже не будет менять свои книги, и ты понимаешь, что вот этот человек, что с ним будет, ты знаешь. И при этом все равно вот в душе есть надежда, что... все будет не так, но потом ты читаешь, вот, как оно все было, и так расстраиваешься, потому что это один из твоих любимых персонажей, и ты такой, дайте мне салфеток, хочу плакать. Под конец я действительно напереживалась в этой книге, потому что, опять же, это у меня первое знакомство с автором, и я не знала, чего от нее ждать, ждет ли меня хэппи-энд, или мне сейчас окончательно разобьет сердце, поэтому последние страницы стоя, наверное, читала просто затаив дыхание, ожидая, что будет дальше, потому что ты не понимаешь, что будет дальше. Будут ли счастливы герои, которые так тебе понравились, или нет, или автор убьет твою надежду, просто сожжет ее до пепла. Да, вот настолько эмоционально я читала эту книгу,
наверное, не могу описать словами, насколько я осталась от нее в восторге. Я сразу же закинула себе в корзину еще просто все, наверное, книги Эми Хармон. Но пока что еще ни одной не заказала. Кажется, я сниму это видео и пойду заказывать, потому что вспомнила о том, как мне понравилась эта книга, и я просто... Я когда это читала, мне сразу же захотелось сесть и перечитать с самого начала, потому что путешествие во времени — это всегда сложная тематика, в том плане, что очень много всяких нюансов, деталей, которые могут испортить впечатление от картины происходящего. Но здесь это сделано очень, как по мне, качественно, очень хорошо. Я не заметила каких-то сюжетных дыр. Ну, возможно, они там были, но я была так увлечена чтением, что вообще ничего не замечала. И учитывая, что здесь есть это путешествие во времени, естественно, с самого начала есть всякие детальки, которые, если ты читаешь во второй раз, зная всякие подробности, что будут дальше, ты воспринимаешь по-другому. Но я пока что решила не перечитывать ее заново, все-таки пусть пройдет какое-то время. И мне захочется снова вернуться к этой истории. Но я действительно осталась под огромнейшим впечатлением. Поняла, что мне хочется читать вот такие вот исторические вещи. В принципе, вот эти все восстания, революции и так далее. Это для меня интересная тематика. Мой любимый билет по истории на экзаменах как раз-таки был про восстание 61-63 годов, если мне уже память не изменяет. Ну да. Короче, это просто 5 из 5. Книга определенно 100% попадет в лучшие книги года для меня. Очень советую. Берите на заметку. Ну и последняя книжечка в этом прекрасном видео, в котором я в основном угораю, как и в каждом из них. Это книжка, которую я прочитала буквально вчера. Я вам уже ее показывала, я про нее вам говорила в видео «Планы на лето». Видите, как я быстро ее прочитала? На самом деле, вообще не быстро. Но это «Эффект Бали Санчареев» и Дианы Лилит. Я все еще под впечатлением от этой книги. Когда я ее дочитала, у меня было ощущение, что меня просто избили. Избили, причем очень жестко, просто размазав по асфальту и оставив вот так вот валяться где-нибудь в глуши. Вот такие у меня были ощущения. Эта книга нечто необычное для меня. То есть она абсолютно не похожа на то, что я чаще всего читаю. Тут это не какой-то стандартный роман, тут даже не пахнет любовью. Книжка просто о жестокости этого мира, я бы сказала. Она такая... Многие говорят, что он заменяет психолога, я бы так не сказала, но инсайты какие-то в ней можно найти, я лично нашла. Про самопрощение, еще что-то. Если честно, я когда вчера просто дочитала до конца, у меня смазались все вещи, какие-то идеи, которые я оттуда взяла, потому что я сидела такая, типа, слезы по щекам, и я просто... Очень хотелось выйти закурить, потому что, ну, это было жестко. Быстренько пройдемся вообще, о чем эта книга. Это книга о компании друзей, которые создавали в Москве тусовки. Вот их зовут на Бали устроить вечеринку под лозунгом «Воскресни». Ой, умри, воскресни! И они едут на Бали. Каждый персонаж супер шиховатый, с кучей проблем, загонов, каких-то своих личных минусов, плюсов. Все они не идеальны, как и мы, поэтому ты находишь в каждом персонаже частичку, ну не в каждом, но во многих ты находишь частичку себя. От этого становится тоже немножко печально. Опять же, Бали, там эти секты, эти всякие штучки, инстаблогеры. Не такое Бали мы, конечно, привыкли видеть в Инстаграме. Но это, конечно, интересно. Было тяжело читать. Ну, в плане нет, как тяжело? Я читала ее просто на одном дыхании. Мне нравилось, что я читаю. В моментами я чувствовала какие-то летние вайбы, но это было очень редко, потому что книга полна именно, я бы сказала, проблемами персонажей, их взаимодействиями. Они, казалось, немножко меняются постепенно, как будто бы остров на них влияет, и, возможно, они даже меняются немножко в лучшую сторону, и вот ты все это читаешь, 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 и потом под конец просто ты бу-бабах,
И оказывается, что одновременно изменилось все, и не изменилось ничего. И вот я просто, ну, я тут, у меня есть одна закладочка, которую я оставила. Я, наверное, ее зачитаю. Без имени персонажа, чтобы просто не спойлерить. Жизнь — это не рост, не развитие, не движение. Это замкнутый круг. И мне кажется, что эта фраза отлично описывает эту книгу, потому что сколько бы персонажи к чему-то там ни стремились, ни шли, все, ну, жизнь подкидывала им такую хрень, что ты просто сидишь. И эта книга не о хэппи-эндах, я бы не сказала. Ну, я не могу сказать, что это все прям дико плохо, дико ужасно, все сгорели в аду. Нет. Но при этом ты дочитываешь, и ты такой... Ага. Понятно. Знаете, вот у концовки этой книги лозунг «Умри и попробуй воскреснуть», потому что она настолько разбила меня, и что я до сих пор в каком-то постэффекте живу, потому что... Ты не прочувствовал, что героям стало хорошо, потому что им не стало хорошо. Блин, я надеюсь, что это не сильно спойлеры, но на самом деле это интересно почитать нестандартно вот эту ванильно-счастливую историю с хорошим концом. Это книжка, где можно найти какие-то интересные для себя вещи, поэтому и концовка здесь... Ой... Концовка, я в конце рыдала, потому что там такой момент случился, я не хочу спойлерить, но я прям сижу и, ну, типа, ты просто перелистываешь страницу, не ожидая вообще таких событий, и тут ты перелистываешь, ты такой, типа, просто вот так вот, потому что нельзя так делать, я просто реально начала рыдать, вот так классно, я объясняю вам, да, в общем... Книжка мне очень понравилась. Она, конечно, меня сделала больно, но я очень рада, что я ее купила, что я ее прочитала наконец-то, потому что она лежала у меня на полке больше года. Я с удовольствием познакомлюсь еще с книгами авторов. У меня уже давно в корзине лежит «Антиты» Сон Череев, потому что там тоже намечается что-то интересное. Это действительно что-то необычное, что-то не похожее на другие книги. То, что, мне кажется, иногда должно разбавлять череду вот этих вот прекрасных романов, фэнтези, 18+ историй. Я все это дико люблю, но мне кажется, иногда нужно переключиться на что-то иное, разнообразить свое чтение. И это отличная книга, которая еще добавит каких-то интересных инсайтов, потому что они тут есть. Плюс увидеть Бали с немного другой стороны. А возможно, вы вообще не были знакомы с Бали, и вот узнаете только о такой его стране, и все на этом как бы. Никаких кокосов, никаких бананов. Кстати, закладочки. Книжки я поставила 5 из 5, потому что это был очень классный опыт. Ну что же, вот такое вот небольшое видео у меня получилось. Да, книг немного, но я вообще себя за это не ругаю. Да, мне иногда хочется... читать больше, в то же время я понимаю, что я читаю столько, сколько смогла. Если бы я хотела прочитать больше, я бы больше прочитала, потому что бывали у меня месяца, когда я читала по 10 книг. Просто сейчас не тот период, не то время, когда я готова столько читать. Потому что, знаете, проглатывать книгу за книгой тоже мне не нравится, поскольку ты не успеваешь их прочувствовать, ты не успеваешь их... оценить по достоинству, что ли, то есть смазываются у тебя. У меня, конечно, хорошая память, я идеально помню каждую из прочитанных книг, что иногда мне тоже не нравится, потому что я с удовольствием забывала все и прочитывала их заново, испытывая те же эмоции. Но все равно, когда ты читаешь очень много залпом, ты теряешь вот эту вот... этот вкус от прочтения, то есть я вспоминаю «Крылья», которые были моей первой прочитанной книгой, именно вот в жанре Young Adult, хотя нет, наверное, «Девушка онлайн» была первая, ну, короче, все вот это вот книжное дело у меня началось с «Крыльев», и я до сих пор, когда думаю об этой книге, у меня внутри разгорается такое приятное чувство, и мне очень не хватает его сейчас, но я надеюсь, что оно ко мне вернется. Ну, а на этом я с вами прощаюсь.
Возможно, следующее видео будет наконец-то книжные полки, если я осилю наконец-то их снять. Но оно по-любому будет в две части, потому что два стеллажа у меня. Но посмотрим. В любом случае, я с вами прощаюсь. Желаю вам хороших книг. Ну и не такого жаркого лета. Всем пока!